такие двоякие чувства. Очень долго этого ждали, готовились к этому. И вот уже сейчас оказались здесь. И все стараемся привыкнуть, понять, что где находится. И хорошо, что у нас есть еще 3 дня до игры. Есть время поработать над какими-то компонентами, которые не получились, и обжиться здесь. Тяжело вообще вот так вот, обычно сезон начинается НХЛ, тяжело вкатиться, да, и тренировочный камп, потом выставочные игры и так далее. А сейчас прямо с корабля на бал, просто сразу с самолета, можно сказать, 3 дня, и уже игры начинаются. Да нет, не тяжело, но я думаю, что не надо искать какие-то причины в акклиматизации или в процессе вкатывания. Не только у нас такие проблемы, и также все команды также не играли все лето. Поэтому надо просто меньше думать об этом, выходить, стараться выкладываться на полную катушку, слушать, что говорят наши тренеры, и биться друг за друга. Соскучился по ребятам, может быть, давно уже, последний раз выступали в таком составе? Да, конечно, с некоторыми из них уже играли очень давно, и на молодежных, на юниорских чемпионатах мира, но я думаю, что это большой заряд положительных эмоций перед сезоном, играя в российской сборной. Я думаю, что это не новость, что все ребята об этом говорят, что атмосфера в команде потрясающая. Все близки друг к другу, и все пытаются как бы поддержать и дать друг другу то лучшее, что у них есть. Поэтому в такой команде приятно находиться, и даже не хочется уезжать.